Уникальные экскурсионные туристические маршруты, экологические тропы. В эти выходные в Ульяновской области пройдет очный тур всероссийского конкурса «Экологический маршрут». В нем примут участие волонтеры-активисты, студенты профильных специальностей, а также профессионалы в сфере туризма, краеведения, истории, фотоискусства и экологии. Родниковые мотивы, Ульяновск-Ундоры, Никольская гора. Командам-участникам предстоит пройти по одному из специальных экологических маршрутов в Сенгилеевском, Ульяновском или Сурском районах области. И принять участие в экосубботнике. По итогам очного тура региональный оргкомитет определит команды, занявшие 3 призовых места. Победители получат поездку в субъект Российской Федерации, где участники пройдут по маршруту выбранного региона.